Всем привет! И сегодня я вам расскажу о носкости маникюра. Боюсь, что я вам нового ничего не скажу, так как все относилось прекрасно и уже пора переделывать маникюр. Относила я его 13 дней или 14 даже. По-моему, 2 недели все-таки отходила с ним, но уже видно отросшую часть очень сильно. Поэтому я буду переделывать сегодня. Использовала гель-краску Кани номер 545. Неизменно, девочки, неизменно хорошая гель-краска. Ничего не могу по поводу нее сказать. Покрытие было в 2 слоя. Очень понравилось. Как видите, ни сколов, ничего нет. Топы базы. Ну, база вообще волшебная, потому что она мне подходит и для геля, и для гель-лака. Дело в том, что она такой запах, и такое ощущение, что в ней какой-то праймер присутствует. Знаете, клей-момент запах. Топа у меня уже осталось мало, и, скорее всего, я буду использовать его остатки для типс. И он у меня очень много нахватал пигментов, блесток. И когда красишь ноготочки, то они становятся чуть-чуть такие не очень идеальные. И пыли нахватал еще вдобавок. Относились мои слайдеры отлично. И сделала я с ними еще один маникюр. Точнее, 2, но второй я не смогла сфотографировать. Я, честно говоря, забыла. Слайдеры уже у меня уходят потихоньку. Они всем понравились, потому что они очень яркие и такие, знаете, оригинальные в плане дизайна. То есть можно их и разрезать, и все что угодно сделать, но мы же не ищем легких путей, поэтому нам надо обязательно что-то с ними сделать. Но слайдеры, честно, я в восторге от них, работать с ними одно удовольствие. Главное, когда вот вы вырезали какой-то определенный рисунок, не забывайте снимать защитную пленку, потому что если вы ее не сняли и положили в воду или на мокрый спонжик, вы слайдер с этой пленки уже не снимете, она к нему прилипает и очень сильно. Сделала я вот такие вот 2 маникюра, вот 1 фотография из них, второй, к сожалению, я не сфотографировала, я, честно говоря, забыла. Девушка ушла, и я уж не стала ее вызванивать, выспрашивать, чтобы сфотографировать. Но дизайн точно такой же, как у меня. И слайдеры мне вот эти очень понравились тем, что если я себе наносила на белую подложку специально, чтобы полоску сделать, то эти слайдеры я просто вырезала в виде полоски и наклеила на красный цвет. И, кстати, сделала маникюр тоже 545-й гель-краской. Еще мне понравились 3 кисти из набора, которые пришли, которые я вам говорила, детские. Они замечательные. Я сначала очень плохо к ним отнеслась. Вторая кисточка какая-то неровная. Но я выстригу обязательно их. С помощью первой я сделала вот такой вот маникюр замечательный. Френч. Не ругайте меня. Знаю, что криво и неровно. Это моя 3-я работа с френчем. Я френч себе 1 раз только делала. Я не люблю его. Не знаю, с чем это связано. Просто не люблю и все. Спасибо вам за внимание, за ваши просмотры. Если вам нравится видео, ставьте лайки. Если нравится канал, подписывайтесь. Красивых вам здоровых ноготочков. Пока-пока.